Бюджет Новосибирской области на 2022 год готовит к рассмотрению во втором чтении на сессии Заксобрания. Губернатор внес поправки, по которым дополнительные средства заложены на повышение зарплат и увеличение ассигнований в бюджетную сферу. Проект региональной казны ориентирован на выполнение социальных обязательств и продолжение всех начатых проектов. В приоритете образование, здравоохранение и социальная защита. Откорректированные параметры предполагают рост доходной части до 226 миллиардов рублей, расходной до 242. Второе чтение законопроекта намечено на 16 декабря. Безусловно, мы учли все вовремя поступившие перераспределительные инициативы от наших профильных министерств и ведомств. И в структуре бюджета, конечно, максимально постарались точно откорректировать, исходя из уточненных сроков и стоимости строительно-монтажных работ, нашу строительную программу по всем ключевым социально значимым объектам капитального строительства. Вы знаете, это у нас прежде всего объекты образования, культуры, спорта и здравоохранения.